самое сердце, наверное, вот этой стройки, как раз цеха механического обезвоживания. Очень надеемся, что в начале декабря придут три центрифуги. Это самое такое высокотехнологическое современное оборудование, оно придет из Германии. Но новая техника нужна вовсе не для того, чтобы очищать воду, которая у нас с вами течет из крана. Она останется прежней. Отремонтированный цех, который будет напичкан самым топовым оборудованием, будет решать проблему экологии. Во время очистки воды, которую предприятие забирает из Волхова, образуется осадок. Вот его десятилетиями сбрасывали в грибной канал. Наверное, все новгородцы не раз видели это сооружение, да, в каком состоянии оно сейчас находится. И вот для того, чтобы его реанимировать, расчистить и сделать так, чтобы оно использовалось в рамках своего непосредственного назначения, необходимо прекратить сброс этих осадков. В день город потребляет примерно 80 тысяч кубических тонн воды. Соответственно, и неорганические выбросы обратно в канал тоже были немаленькими. Центрифуги позволят максимально обезвожить этот осадок практически до состояния земли, а жидкость возвращать обратно в оборот. Когда оборудование заработает в полной мере, сухой остаток сдадут на анализ в специальной лаборатории, где эксперты определят класс опасности и то, как правильно их захоранивать. Скорее всего, они будут отправлены на полигон твердых бытовых отходов. По приблизительным оценкам, это 2 КАМАЗа в день. Строительно-монтажные работы уже ведутся, оборудование из Германии приедет в середине ноября, и тогда останется лишь запустить его в работу. Ну а судьбой и расчисткой грибного канала сможет заняться город.